В этом году 6 предприятий Славянского района стали обладателями знака качества «Сделано на Кубани». Одно из них – общество с ограниченной ответственностью «Кредо». Предприятие выпускает мороженое, кондитерские изделия и сэндвичный хлеб. На производстве побывала наша съемочная группа. Секреты вкусного мороженого и всегда свежего хлеба узнала Анна Монастыренко. Компания «Кредо» семейная. Создали ее около 10 лет назад супруги Свистуновы. Теперь здесь также работают сын и дочь. Начиналось все с производства мороженого. Самостоятельно разрабатывалась уникальная рецептура сладкого лакомства. Упор делался на вкус и пользу продукта. При производстве используются только натуральные ингредиенты – молоко, сливки, фрукты и ягоды. Здесь выпускают около 40 видов мороженого. И ассортимент постоянно пополняется новыми необычными вкусами. Очень большое разнообразие мороженого получилось, потому что много где смотрим, как делают. Да? В Китае видела зеленый чай, привезла сюда, сделали зеленый чай. Где-то в Испании там черное мороженое с черным какао, нашли черный какао. То есть достаточно эксклюзивные вещи, эксклюзивные сорта. Впоследствии стали поставлять в рестораны, то есть достаточно интересные для гурманов вещи. Разнообразие вкусов мороженого от компании «Кредо» славянцы давно оценили. Наверняка каждый хоть раз покупал это сладкое лакомство в кафе «Мороженое» по улице Красной. Зимой по понятным причинам спрос на мороженое падает. Поэтому на предприятии было принято решение развивать другие сферы производства. Так здесь начали выпускать сэндвичный хлеб и булочки для гамбургеров. Кстати, используя собственный рецепт приготовления. Еще одно ноу-хау предприятия – продукция подвергается шоковой заморозке. Замораживаем. Так добиваемся длительного хранения, когда потом рестораторы достают очень вкусную булочку свежую и высокого качества. Хлебушек делаем 6 лет. В России мы, в принципе, вторые, наверное, только начали его производить. И по сей день поставляем, являемся лидерами в этой области. Немножко маленькие объемы, не хватает, но стараемся поддерживать качество. Качество продукции всегда стоит на первом месте, поэтому и объемы выпускаемого товара небольшие. Однако это не мешает завоевывать рынок и приобретать постоянных потребителей. В основном это рестораторы Черноморского побережья и Крыма. Сейчас компания запустили кондитерскую линию, делают торты, чизкейки, маффины. Продукция общества с ограниченной ответственностью «Кредо» была признана одной из лучших в крае и была удостоена знака качества «Сделано на Кубани». Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».